Ребята, всем привет! Очередная посылка с сайта AliExpress. Здесь находится какая-то мелочь. Дошла без трек-номера. Где-то за 14 дней. Давайте распакуем и посмотрим. Поехали! Китаец, походу, пожалел скотч. И здесь мы видим, у нас находится вот такая вот мини-рулетка. Написано 1 метр. И это брелок, конечно же. Смотрите, все четко. Если вам нужно что-то быстро замерять, на ключи подцепили. И вот такой вот брелок всегда с вами. Крутая, считаю, вещь. Здесь можно фиксировать вот так. Как видим, все работает. И стоит копейки. Ссылка будет в описании. И, друзья, я столкнулся с проблемой, что у меня закончились иголки. Они вечно куда-то теряются. Они вечно куда-то падают. В общем, есть здесь вот такой вот набор иголок. Как видим, их здесь очень-очень много. Я даже боюсь сосчитать. Ну, в общем, здесь 5 и здесь штук 30, наверное. В общем, на все случаи жизни. И цыганская, и каких тут только нету. Смотрите, даже вот с такой вот штука есть. Вот она. Опасная вещь. В общем, друзья, ссылка будет в описании. Перейдете, кому нужно, посмотрите. Даже, может, купите. И здесь она сделана в виде открытки. Вот такие вот цветы. Сделано оригинально. На этом все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем приятного вечера, всем пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress. Куча смартфонов, летсплеи на PS3. Обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.